Подходит к концу срок оплаты имущественных налогов. Он истекает 1 декабря 2021 года. Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Сделать это можно и в любом банке без комиссии. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» не получат налоговое уведомление по почте. Оно придет в электронной форме в личный кабинет. Если гражданин до настоящего времени не получил налогового уведомления за период владения в течение 2020 года недвижимостью, земельным участком или транспортным средством, и при этом не имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, можно обратиться по данному вопросу в любую налоговую инспекцию, уполномоченной МФЦ, или направить соответствующее заявление через личный кабинет налогоплательщика, а также обратиться через сервис «Обратиться в ФНС России». В случае, если налогоплательщики не заплатят указанные налоги вовремя, уже со следующего дня, то есть со 2 декабря 2021 года, налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней. Кроме того, при несвоевременной уплате налогов могут применяться меры принудительного взыскания задолженности. Неуплата налогов в срок влечет дополнительные расходы в виде пеней, судебных издержек, исполнительного сбора. Также судебными приставами могут быть приняты ограничительные меры, например, блокировка банковского счета должника или арест и принудительная реализация имущества. Инспекция Федеральной налоговой службы России по Сиверскому району призывает: не откладывайте оплату налогов на последний день.